Что он там пишет? Что я ни хрена не понял, что он имеет в виду. Человек там на своей волне, походу. Твич тоже плохо фармит. Блин, почему меня кидает на саппорта? Я уже не хочу на саппортах играть. Блин, она вообще не умеет фармить на Асвири. Лулу не попадает кушкой. Блин, у меня такое ощущение, что я попался с какими-то особыми игроками, которые чисто случайно попали ко мне в команду. Ну и против меня тоже. Какие-то из скрытого пула игроки. И не сильно нужно тратить ману Севири. Там типа скиллы очень много монокоста имеют. Ей чаще нужно использовать обычные автоатаки. Все, она без маны. Она, короче, не умеет играть на Севири. Или он. Короче, он. Что это было? Это подарочный килл был. Два килла, вернее, два подарочных килла было. Я не знаю, что это было. Я говорю, там против меня стоят такие же интересные игроки, как и вот на Северке сидит со мной на боте. То есть я не понимаю, что они делают. Иногда.
Рано я даю щит. Мне не нравится, что они делают. Блин, я хочу это запушить. Ну я пик, я заряжен. Может мне вообще собраться в дамажущую лулу? Собраться в автоатакера? Да не, это бред полный, да? По-моему, это полный бред. Сам же ответил на свой вопрос. Не-не-не. Через арбалет какой-нибудь там бессмертия, либо через... Как он там называется? Блин, я уже забыл, как называются предметы автоатакеров. Кракена, вон. Убийца кракенов. Ну, короче, через него. Надо было в Лулу превращение кинуть, кстати. Куда ты уходишь? Да никого там нету. Да нету никого. Да не сын. Блин, да какие они сыкливые, господи. Да убили бы сейчас крыса. Да реально бы убили сейчас крыса. Чё ж такая сыкливая она? Это Север. Их надо догнать и убить. Еще пару раз в крипах заблочится, точно догоним. Она хочет дракона? Ладно. Thank you.
Зачем она в обход пошла? Зачем она пошла в обход? Я не знаю. Но она же со мной спокойно бы пришла сюда на бот. Чего она так боится, я не понимаю. Чего она боится? То, что ее крыс шотит? Вот этот вот бесполезный крыс. Под лулу, да? Шотнет крыс. Угу. Где удир? Удира еще нет. Вот удир. Бежит. На всех парах. Ну, Свир, автотач. Да чё ж ты такая тупая? Я для чего подставляю свою задницу? Блин, она ещё и умерла. Блин, такой кринж на этой Севире. Блин, она еще умудрилась умереть сейчас. Ладно, удир ее убьет. Ну, разворачивается. Налетели как стервятники, да? На эту падаль. Хочешь какао? Да, хочу. Стопэ, стопэ, не надо мне бить. Кстати, крыс меня мог попробовать убить. А вообще нам надо отсюда уйти. Блин, удир 8-2 так-то. Хеймер 3-0. Убьет сейчас эту еще. Не, не убьет. Или убьет. Не, не убьет.
Я, кстати, не знаю скилл-сета Хеймера, классовых способностей. Люблю видеть против себя Ясуо 04, который с таким позорным счетом отыгрывает. Обычно у меня такие в команде ясики, а тут наоборот. Нам надо отсюда выйти, ребят. Смотри, утир там шоты от всех. Ты видел, что он сделал с Белвет? Там как бы крипы вам пушат вышки возле главного здания. Может, их лучше отдефать. Зачем он ульту нажал?
Мде. Это байты мои. Забайтил. Мне даже жалко было ульту сливать. Блин. Я в контроле был, не успел щит дать.